Всем привет! На этом видео я расскажу, как я вязала такой цветок для украшения сарафана. Для работы у меня нить меланжевого цвета и крючок номер 1,4. Такая же нить и такая же размер крючка, которым вязались квадраты. В начале вязания провязываем начальную закрепительную петлю и свяжем 2 воздушные петли. Далее во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. 1, 2, в следующий столбик 3, 4, следующий 5, 6, следующий 7, 8, следующий столбик 9, 10 и последний столбик 6. Провязываем прибавку 11. 12. Затем вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем одну петлю предыдущего ряда. В следующую провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3. Пропускаем в предыдущем ряду столбик без накида. И в следующий провязываем столбик без накида. Таких у нас арочек будет 6. То есть у нас в цветочке получается 6 лепестков. Далее 1, 2, 3. Пропускаем. Это у нас третья арочка. 1, 2, 3. Петлю пропускаем. Четвертая арка. 1, 2, 3. Петлю пропускаем. У нас образовалась уже пятая арка. И еще одна арочка. 1, 2, 3. И присоединяемся вот там, где у нас провязан был первый столбик соединительной петлей. Далее провязываем соединительную петлю под цепочку из 3 воздушных петель. И вяжем 3 воздушные петли, заменяющие нам столбик с одним накидом. И считаем это как первый столбик. Провязываем еще 6. То есть всего провязанных будет у нас 7 столбиков с одним накидом. 1 провязан, далее 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем 3 воздушные петли. Также у нас заменяют они столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание. Делаем накид и сюда же провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть по краям лепестка у нас будет провязано по 2 столбика с одним накидом. Далее над каждым столбиком провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, над последним столбиком 5. И вот у нас еще подъем, 3 воздушные петли заменившие на столбик. Сюда провязываем мы 2 столбика
с одним накидом. Один, второй. Воздушная петля, поворачиваем вязание. Сейчас у нас вязание с лицевой стороны снова. Пропускаем первый столбик, следующий вяжем столбик без накида. И последовательно еще столбики. Один, два, три, четыре, пять, шесть и вот седьмой. Далее по, у нас здесь три воздушные петли подъема были, по ним провязываем соединительные столбики, чтобы они у нас попали в следующую, под следующую арку, последний соединительный столбик. Провязываем по краю лепестка. И вот последний соединительный столбик под следующую арку из трех воздушных петель. И далее повторяем вязание. Каждый лепесток у нас одинаковый. Так вяжем 6 лепестков. Провяжем еще вместе один лепесток. 3 воздушные петли. Это у нас первый столбик. И еще 6. 2 столбика, 3, 4, 5, 6, 7, 3 воздушные петли подъема. Накид, и сюда же провязываем еще столбик с одним накидом. Далее вяжем над каждым столбиком по одному столбику с одним накидом. Над последним провязываем 2 столбика с одним накидом. Вот у нас 3 воздушные петли. В третью воздушную петлю ввели крючок и провязали 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля, повернули вязание, лицевая сторона. Пропускаем первый столбик. Начиная со следующего, провязываем столбики без накида над каждым столбиком предыдущего ряда. Далее вяжем соединительные петли по краю лепестка. И еще одна соединительная петля под следующую цепочку из трех воздушных петель. И далее вязание повторяется. Каждый лепесток у нас вяжется отдельно. Вяжем так лепестки в количестве 6 штук до конца. Цветочек связан. А на следующем видео я предлагаю связать вместе со мной вот такую бретельку для сарафана. Итак, прощаюсь с вами ненадолго. До скорой встречи!